Ребята, здорово, сегодня с вами на речке ловим щучку, короче, не знаю, выбрались вообще спонтанно. Это Саня, знакомьтесь, да. А это, как всегда, Рома. В общем, сегодня втроем прям на лодочке, на двух лодках, да, вот они с моторчиком будут бомбить. Ну, а я своей маленькой ПВХшкой. Короче, сейчас там все, мотор лежит, короче, собираемся и погнали. Сегодня на затончике будем ловить щуку на карасиков от Джексона на воблеры. Будет, наверное, интересно. Груз тут нормально, ни одна рыба не уйдет. Короче, вот как-то так тянем до места, это просто жесть. Все, перелезли, сейчас будем здесь на затончике пытаться все бомбить щучку. Вот, короче, надеюсь, сегодня будет бомбезно все. Ловить мы сегодня будем вот такого вот окушка, там еще второй похожий есть. Это от Джексона получается заглубление, здесь где-то 0,2-0,7, а второй чуть поглубже, там 0,3-1,5 метра. В общем, будем сегодня целый день такие бомбить. Есть. А я-то снимаю, Санечка. Давай. Вот я тебе хочу сказать, что все-таки белая пузика это решает. Не может быть просто 3-0 в одни ворота. Ну да, ради интереса. Ну вот. Дорогие друзья, ловится все-таки. Придет. Но только у Сани. И да, не надо далеко бросать. Сколько? 8. Ага. 8 штук. Нормально. А ты что в сорока? Ничего. Что у вас, две есть? Две. Маленькие такие. Не маленькие, просто вода холодная. С рыбы были или просто все, 100%? Ровно что-то непонятное было. Один дух и все, и чисто фонарь. Может, кушинка? Так, сейчас тут ближе к травке попробую. Что, ребята, вот первая на воблерок. Ох, такая вот. Вот забагрилась так, ну так вот. Промахнулась и подцепилась. Ну что, такая? Вообще ножичек маленький. Короче, ну вот, затончики, они, в принципе, все такие тут стоят. Все-таки работает вот дырочек. Вот такой. От Джексона. На окушка. Вас можно поздравить. И Рома размочил. Ну, да. Счет. Ну, такая. Ну, тут они все затока. Ну, затончик. Ножики. Это не щука маленькая, скажи это. Вода холодная. Так, ну что, Санек сегодня трофей прям вырвал. Ну-ка, ух ты, сейчас завесим, сколько она. Весы дать? Подцепим. Весы есть? Дать. Опа. Весы нет. Сейчас мы тебе весы бомбанем. А ты, говоришь, зачем весы брал, а? Я видел, как пацак. Ну, потому что я его как дала. Саня сразу понял, что это тут без пацака. Да. Саня с трофеем. Ну, рядышком, главное, видишь, поверху все там. Да, вверху и недалеко совсем от лодки. Тормай. Так, либру, подожди. Килограмм. Джинги, озы какие-то, килограммы. Ну, тут за низ можно выгнать. Так. Подожди, что она? Она что-то вырубилась, ты нажал на кнопку, наверное. Ну-ка, покажи.
Ну, кило 710, ну такая, слушай, толстенькая. Да, такая нормальненькая. Ну, тут так не скажешь. Может быть, с икрой. Вот таких приятно будет ценность. Все, Настюха уже фаршировать будет. Ведь не придется в Виталюр ехать. Первый раз в жизни. Короче, вот, ребят, самое нормальное клюет сегодня, это вот с лодки именно надо троллить. Получается, малек разбегается в разные стороны, и как-то щука вообще прям с лодки нормально более клюет. Вот с места тут все рыбаков сегодня, там клюет, там рыбак стоял, там. Короче, сегодня рыбаков, наверное, 4, наверное, штуки минимум было таких на лодках. И все просто сидели и смотрели, как троллингом ловят рыбу ребят. Вот, ну и все-таки одного бера одну изловил, но все-таки у них там уже, наверное, штук 10. Поймали. Ну, в общем, такая рыбалка удалась, ребята. Саня поймал самую большую щуку, вот она. Получается, кило 700. В принципе, ну, молодца, что окричал пацак, пацак. Вот. Ну, еще будет видео, ребят, подписывайтесь. Я спасибо, что посмотрели. Мелких 6. Так, мелких у нас вышло 6, да, их выпустили. Получается, эту с собой заберем. Ну, все-таки почти 2 килограмма. Может, мы даже с икоркой посмотрим. Вот. 6, у меня 7 была маленькая. 7 на троих. Вот, и одна большая, даже Рома поймал. Все, тогда, ребят, счастливо, подписывайтесь, спасибо, пока.